Меня звонит телефон. Кто говорит с вами? Откуда? А верблюда? Что вам надо? Шоколада? Для кого? Для сына моего. А сколько ли пришлось? Да было в 6 или 5. Больше ему не съесть. Он еще у меня маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил: мой милый, хороший, принесли мне калоши. И мне, и жене, и Татоши. А потом позвонили зайчатки, взять бы свои перчатки. А потом позвонили мартышки, взять бы свои книжки. А потом позвонил медведь. И как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Скажите, чего вы хотите? А ну, тому, почему, не пойму.